каких-то моментах я такой сидел, и я вижу, какие прилетают мысли в голову. Со мной сидит друг, и обычно я что-то говорю, там, на эту тему. И я такой сижу, и я смотрю на эти мысли и думаю, блин, зачем я хотел все это говорить? Зачем я хотел уделять внимание вот этому? Ведь когда я про это говорю, я трачу реально свою энергию на этот бред, на эту сплетню, на эту глупость, на это событие. И да, когда ты в осознанном состоянии, ты менее разговорчив. Ты не такой, каким привыкли видеть себя родные и близкие. А поверьте мне, я еще тот болтун и балабол, и человек, любящий и кого-то подстебнуть и подъе, как говорится, бать, ну и многое, что выливалось и выливается до сих пор из моего рта, ненужное. Те вещи, которые кого-то могут оскорбить, да, кого-то развеселить. Ты душа компании, ты такой и сякой. И когда твое видение и состояние осознанное для тех людей, которые привыкли с тобой находиться, ты уже какой-то не такой. Ты понимаешь, что, блин, ну как ты мог вообще вот все это говорить раньше? Думать об этом, трепаться об этом. В осознанном состоянии ты не злой. Ты не меркантильный. Ты человек, который не хочешь навредить кому-то или обидеть кого-то. Ты другой, естественный и настоящий. Без всех этих масок, которые всегда ты любил одевать на себя и кривляться, исполнять, для кого-то быть таким, для кого-то сяким. Ты даже это не осознавал, что это совершенно не ты. Надо не обращать внимания на эти мысли. Они никуда не уйдут, они всегда будут здесь. Но ты будешь осознанно видеть, нужно ли тебе этой мыслью пользоваться или нет.